Чебоксары в топе-3 рейтинга городов России по итогам голосования в 2018 году. Общенародный выбор самого привлекательного, узнаваемого и символичного города продолжается. С 1 января стартовало голосование за лидера 2019 года. Голосование «Город России. Национальный выбор». 2018 год Чебоксары завершили на третьей строчке, уступив лишь Владивостоку и Владикавказу, зато обогнав остальные административные центры всех регионов России. Голосование проводится с 2012 года. Столица Чувашии свой антирекорд установила в 2015 году, заняв только 20 место, а так ежегодно стабильно входила в десятку лучших. Лидером Чебоксары стали единожды в 2013 году, набрав более 167 тысяч голосов. Организаторы уверяют, что лидер получает народное признание и дополнительный импульс для дальнейшего динамичного роста и развития, формирования узнаваемости и популярности как в России, так и во всем мире. Сейчас Чебоксары держатся на 6-й строчке, отставая от лидера Нальчика на 2500 голосов, а до ближайшего конкурента Смоленска всего 300. Стоит отметить, что проголосовать можно без регистрации с одного IP-адреса только один раз в сутки. Итоги подведут в конце года, 30 декабря.